На конкурс дети читают стихи Абрамова Анастасия, поселок Чамсинка, Республика Мордовия. Сергей Несенин, «Бабушкины сказки». Я не случайно выбрал стихотворение именно этого автора, так как 2015 год – юбилейный год автора. Да и мне самому очень нравится творчество Сергея Есенина. Это мой самый любимый поэт. В зимний вечер под отбором разухабистой гурьбой по сугробу, по пригорку мы идем, придем домой. А постылив салатки, мы садимся в два рядка слушать бабушкины сказки про Ивана дурака. Мы сидим и еле дышим, время к полночи идет. Притворимся, что не слышим, если мама спать зовет. Сказки все, пора в постель. Ну а как теперь уж спать? И опять мы загалдели, начинаем приставать. Скажет бабушка не смело, что ж сидите ж до зари? Ну а нам какое дело? Говори, да говори.